Всем здарова! В этом видео будут тесты Винин Валькири против второго сезона Автопонит. Мощно, не мощно. А дальше сразимся с третьим в следующем видео. Погнали. И первый соперник, это, конечно же, Генезис Валькири или Года Валькири. Погнали. Так. Еще раз. То, что бой не наносим или что? Я бы не сказала, что Валькирия ничья. Ничья ушли. Не разбирается Вининг. А Генезис. Она один разобралась. Ну ладно. Ух ты! Вот это вот понимаю. Нормально. Нормально, нормально. Взорвалась Валькирия. Валькирия уничтожила Валькирию. Погнали. Хорошо. Пока нормально. Пока нормально. Следующий соперник. Это Кинетик Сатомп или Край Сатан. Или Крейс Сатан. Не знаю. Защитного типа. Сейчас-то Валькирия не победит Бога на сердце. Вот, точнее, он взорвет и не уйдет. 1-0. Хорошо. Хорошо. Сатан прям такой. Ух ты! Просто уничтожила. Уничтожила просто Валькирия. Сатана. Сатан был повержен. Это классно, классно. Не думал, что так будет, ну, как бы быстро. Я думал, что с Валькирией придется помучиться, так как она атакующая. Дальше. Экскалибур. Здесь будет победа у вот этого самого Экскалибуса. 1-0. За остановку. Последнего выжившего. Шо? Как-то долго, я думаю, получится с Экскалибуром. Что? Должна его атаковать. Третий раз надо на удачу. Третий раз на удачу. Ну, вдруг взорвет, кто знает. Ты куда пошла? Офигенно вообще жизнь. Так, еще раз. Ну, куда ты пошла? Стоял. Понятное дело, сейчас бы она разогналась и начала, короче, гонять. Это мне не нужно. Она просто в борты побилась бы и проиграла бы в нос. Да что такое? Ты что? Ну, блин. Такие хорошие удары. Такие хорошие удары были. А ты их профуфыкала. Хорошо. Еще раз. Это что? Ай. Я прям не знаю, что делать. Я не спец по атакующим, поэтому извиняйте. Возможно, ролик будет долгий. Ни одного удара, ни одного удара. Она сама себя вытянула. Серьезно, серьезно. Она издевается просто. Ай!
Да, одна. Да. Вот такое. Вылетает и вылетает. Причем не в ловушку, а через вот эту вот перегородку. Ну что такое? Ну, Валькирия. Чё? Горщос. Вот и взрыв. Вот он был и взрыв. Сейчас соберу. Наконец-то. Нужен просто очень хороший запуск. И она порвет соперника просто на кусочки. Хотя сама при этом чуть не взорвалась. Видите, да? То есть еще один щелчок, и она бы взорвалась. Один удар, в смысле, да. То есть поэтому, ну, довольно хороший бой. Бьет сильно. Выносливость не очень. То есть защита, ну, средняя. То есть атакует она просто мощно. 20 грамм на этом, на каком энергетическом слое. Поэтому довольно много. Ну, клинический сбой. Ну, а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Скандер. Всем удачи, всем пока.